А что же делает супруга одна в отсутствии супруга? Занятий мало есть у ней. Грибы солить, кормить гусей, заказывать обед или ужин, в амбар или в погреб заглянуть. Хозяйке глаз повсюду нужен. Он вмиг заметит что-нибудь. К несчастью, героиня наша, ах, я забыл ей имя дать, муж просто звал ее Наташа, но мы будем называть Наталья Павловна. К несчастью, Наталья Павловна совсем своей хозяйственную частью не занималась. Затем, что не в отеческом законе она воспитана была, а в благородном пансионе у эмигрантки Фальбала.